За особые успехи в учении самарским выпускникам-отличникам в торжественной обстановке вручили медали. Вчерашних школьников поздравили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Они пожелали ребятам успешного поступления в вузы и достижения новых высот. Безусловно, это наша самарская гордость, и каждый год, вручая медали, меня переполняет чувство радости, гордости. Я понимаю, что у Самары замечательное, светлое будущее. В этом году в Самаре 4618 выпускников 11 классов. 839 выпускников удостоены медалей за особые успехи в учении. 96 выпускников из 59 образовательных учреждений в этом году получили 100 баллов по ЕГЭ. Причем 7 выпускников набрали высшие баллы сразу по двум предметам. Конечно, это такая самоотдача, это такое своего рода самопожертвование, время, которое отведено, может быть, да, так сказать, вот на некие другие развлечения, да, так сказать, вот ребята посвятили непосредственно учебе. Всем присутствующим родителям благодарен. Конечно, это педагогическим коллективом. После вручения медалей, дипломов и памятных подарков от губернатора и администрации Самары выпускники смогли пообщаться с главой города, задали интересующие вопросы. Глава Самары Елена Лапушкина напомнила, что с прошлого года в регионе действует новая мера поддержки, которую установил губернатор Дмитрий Азаров. Абитуриенты при поступлении в самарские вузы получают денежную выплату. Наше высшее учебное заведение, безусловно, достойно того, чтобы лучшие выпускники школ в них учились. Поэтому выбирайте совершенно точно. Здесь вы будете востребованы. Илья Дворянчиков собирается поступать на юриспруденцию. Сдавал по выбору историю, английский, обществознание. По всем предметам получил высокие баллы, а по обществу максимальные 100. И хотя усердно готовился, все равно результат приятно удивил. 4 часа утра я увидел, сразу перезагрузил сайт, потому что не поверил. Думал, что ошибка какая-то. А потом свыкся, удивился, радовался, всю ночь не спал. Валерия Воронкова мечтает быть журналистом и к окончанию школы уже успела стать победителем всероссийского конкурса «Большая перемена», который реализуется в рамках нацпроекта образования, и победителем Олимпиады по журналистике Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Конечно, это огромная честь, и это очень важно, мне кажется, для даже собственного удовлетворения на самом деле, когда ты всю жизнь учишься только на отлично, и потом тебе дают такую ценную награду, как золотую медаль, а еще ее вручают. Глава города, ну это просто огромная честь. В завершении встречи выпускники сделали памятные фото с Еленой Лапушкиной, Алексеем Дегтевым, родителями и педагогами. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.